Всем здорово, всем здорово, всем привет. А, ну что ж, решил как бы показать а, наши два любимые прибора и что в них есть общее. А, к сожалению, значит запись, как я уже говорил, с нашего замечательного прибора экскурсовского Max Pro экрана запись отсутствует полностью, поэтому а, что ж, будем значит, ну, просто писать на видео, а там дальше уже как-нибудь свяжу. Итак, первое, что есть у нас в оригинале, это, конечно же, ImaProc. Для ImaProc это у нас зайдем в мини OBD, потому что будем сравнивать два этих прибора, понятное дело. Вот мини OBD и мини K-Tool. Значит, заходим в программирование Има. Оно сразу предупреждает о косяках и тут и тут. Говорит, дочитайте да, до конца. Я, конечно же, прочитал и там, и там, и совсем согласен. А, значит, по машинкам пройдем сразу. Альфа, Акура, Ауди, Абус. На Б букву перематываем. И там, и здесь. Байк Моторс, Баргуарг, Бриллиансы, Бит. Бенс Смарт, Бенс и Бьюик. Бенс, но видите, здесь у нас уже добавилось БМВ. А БМВ раньше у нас не было в Мини-кейтуле. Давайте перейдем на букву С. Чанган, Чанган, Фенгли, Бао, Чангхе, Черри, ДС, Кадиллак. Кадиллак есть шевролеты, и там и там есть. Райслер есть и там, и там. Карлярский. Блин, ну и названия у них китайские. Перейдем на букву D. Дакфенг. Короче, блин, я не могу. Две штуки Дакфенга, три Дакфенга. И там, и там. Додж. Как видите, здесь у нас есть Дайхатсу. А у Значит Миника Дайхацу нету. Потом Данкфенг что-то там это самое там и там есть, Денза есть и Фуканг есть и там и там. Перейдем на букву F. Фав есть. Фав есть, Фав есть, Фиаты есть, Форды есть, Фотон есть, Феррари Фав. И в начале и в конце. Ну ладно, давайте перейдем на букву Г. Гриатвал есть и там, и там. Жили есть и там, и там. GMC есть, Geo есть, Genesis есть. Перейдем на букву H. H. Хайма, Хонда, Хюндай, Хантенг, Хафтай, Хафей, Химико, блин. Хуммер, Хаммер есть и там, и там. Тангу Моторс есть. Дальше. Исудзу, ну, тут то же самое, как видите. Джи. Джак, GMC, Ягуар, Джип есть. К и и Там и Там. Переходим к Гуки, Л. Ландровер, Лифан, Лотус, Люксген, Линкольн, Лексус, Ланча, Инкко. Все то же самое. Мазда. Мазда, Мазда, МГМГ, Мицубиси, Мицубиси, Максус, Максус. Мазерати, Меркури и... Так, кто-то звонит. Попозже отзвонимся. Короче, то же самое. Дальше. Переходим к букве Н. Nissan и Нета. Opel и Oldsmobile. Пежо Пантиак. То же самое. Кюрс какой-то, блин. Рено, Реви, Рулан. То же самое. Переходим к букве С. Не знаю, как это читается. Саик, короче. Санг Йонг, Субару, Судзуки СВМ, Сааб, Шкода, Сиат, Сцион, Турн, Сайлиси какой-то. Блин, ну и слова у них. Тойота, Трумпчи, Блин, Венутия, Вольва, Volkswagen. Жидоу. Зоти. Ну, короче, все то же самое. Перейдем дальше. Поднимаемся здесь наверх. и программ нажимаем. Так, здесь нам придется вернуться назад. Давайте я буду считать машина, есть какие-то отличия просто нажимать раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять, б, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Видите, БМВ здесь у нас тоже уже появилось, хотя там БМВ не было. На С. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На Д переходим. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. На F. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять на Г. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На Х. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. На G. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Киа тоже одна, только Лада. О, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. И здесь считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. М буква. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нета. Тоже два. На О три машины, на П раз два три четыре пять шесть семь восемь, раз два три четыре пять шесть семь восемь, на q одна, на Р две, на С раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать и здесь считаем раз два три, ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. На Т раз, два, три, четыре, четыре здесь. На В тоже четыре. На Х одна, на У две и четыре этих. Все совпадает. Дальше. Клонирование пульта. Выходим, смотрим, есть ли здесь. и клоны. По сути, все то же самое. Возвращаемся. Создать чип. Транспондер клони. Ну, по сути, то же самое все. Отличия нету. Создать чип. Смотрим, сколько здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Все то же самое. Возвращаемся наверх. Облачное резервирование, это понятное дело. Да, здесь немножко по-другому надо облачное резервирование делать. Я сделаю отдельное видео, как вот на этом приборе делать облачное резервирование. Супер чипсы. Ну, по сути, то же самое все. А, да. И дальше идет спецфункция. Ну, все, 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 все то же самое. Давайте посчитаем функцию, а потом будет знать смысл. Есть смысл заходить или нет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9. Ага! Как видите, значит, здесь у нас все-таки в этом приборе побольше. Так, облако есть. Обновление пульта. Рему, э, ремонт и ренев. О, а ремонт и ренев там нету. И, ignition сигнал, switch детектор. Тоже он в другом месте. Так, ну, в принципе, посмотрите, просто что здесь: смарт Кей, паспорт-калькулятор. Наверное, по-моему, здесь. А нет, тоже есть. Ну, как видите, можете в принципе сами сравнить, перебирать. Просто лень до ужаса. А, вот. Дальше, что у нас? Вернемся, наверное, сюда. Не поддерживает. Дроссельная заслонка не поддерживает. Это не поддерживает. ТМПС не поддерживает, руль поворота не поддерживает. То есть смысл а, в этих иконках здесь абсолютно бесполезен. Из того, что мы с вами сейчас смотрели, а, самое полезное, что я обнаружил а, из отличий, это, конечно же, поддержка в BMW. А, вот, потому что здесь BMW у нас а, в том не было. О, стоп, не в пульте, а в иммобилайзере. Да, в иммобилайзере. А, так. Да, там было BMW. Здесь BMW нету у нас. А дальше смотрим еще, что у нас. Так, вот оно. Да. има программинг. Я полностью прочитал. Как видите, здесь BMW есть, а там BMW у нас с вами не было. Еще также у нас, насколько я помню, отличие будет по GMC, по платформе или по Крайслерам. Сейчас заглянем. GMC. Как видите, так, сейчас Sierra, 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 500, 300, 500, Sonata, Terrain, Yukon. Да нет, по сути, то же самое. А, значит, это в Крейслерах все-таки. А, или в Шевролетах. Да, все-таки, по-моему, это в Шевролетах было отличие. Давайте посмотрим. Где-то все-таки я натыкался, что было побогаче выбора. Да, а здесь... Или нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По американским было, по-моему, что-то отличие. Какие-то новые добавились. А, так, Американ. 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 Ты где? Вот американ. Да нет, вроде по сути то же самое. Надо посмотреть, где было отличие. Ну, собственно говоря, вот такое отличие этих двух замечательных приборов. Надеюсь, вам оказалось хоть чуть-чуть это полезно, то, что я сделал этот обзор. Ну, по работе я тоже сделаю этот обзор этих двух приборов в использовании со временем. Ну, думаю, что-то полезное найду, в чем у них отличие, и сделаю по этому поводу видосик. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, а внизу под видео пишите свои комментарии. Всем до скорых встреч, пока-пока.